В столице Эквадора, городе Кито, продолжают искать тела погибших на месте схода оползня. Под толстым слоем земли и грязи похоронены улицы и жилые дома. Мы ждем здесь, мы видим, что они все еще извлекают тела. Мы хотим, чтобы нам их показали, хотим найти своих родственников. К настоящему времени погибших 22. Еще около 20 человек числятся пропавшими без вести. 47 получили телесные повреждения. Я собрался войти в туннель, и вдруг пошла лавина. Я только увидел что-то коричневое, камни, грязь и ветки. Я попытался залезть на возвышенность, чтобы меня не смыло. Успел забраться на часть стены, но меня унесло и ударило о стену этого дома. Она обвалилась, и сильный поток воды отбросил меня на эту сторону. К счастью, Бог защитил меня, и два фонарных столба не дали мне плыть дальше, иначе все кончилось бы хуже. Оползень сошел после сильного ливня. Выпало около 75 литров воды на квадратный метр. Такое в регионе впервые за последние 20 лет. Власти размещают пострадавших во временных убежищах. Они также не исключают возможности схода новых оползней.